прямо сейчас. Именно ты подпишись на канал, потому что сегодня нас вместе с тобой будет ждать нереально классное приключение в Palm World. И если честно, ребята, мне очень сильно самому интересно, что нас сегодня будет с тобой ждать. И да, ребята, в первой серии мы вместе с вами, я снимал на основном канале первую часть, и я подумал, и да, ребята, буду выпускать теперь разные другие игры, такие как Palm World, такие как Gum Simulator, такие как PK Repair Shop Master, которые вместе с вами проходили на основном канале, теперь я решил снимать на канал Albert Games, а на канале Albert у меня продолжится сниматься Roblox. Также у меня есть канал Albertus, но это уже совсем другая история. Так вот, ребят, в прошлой серии у меня вообще ничего не было. И сегодня нас будет ждать нереально классное приключение. И сегодня мне просто даже самому интересно, что мы будем сегодня вместе с тобой делать. Вообще ничего не понятно, но давайте я вам расскажу, что у меня изменилось. Я сделал несколько предметов. Также тут немножко сундуков тут добавил. Кроме немножко сундуков, я тут и кровать, и все, что тут только появилось. И как вы поняли, ребята, делал я это все не в одиночку. Я играл вместе со своим другом, и мы немножко тут подразвились. Немножко тут пошло все в гору. И, в общем, я собрал уже довольно-таки много разных покемонов. Конечно же, если были бы его еще покемоны, было бы здесь, конечно, немножко побольше покемонов, но пока тут только мои, потому что пока человек не в онлайне, в общем, покемонов у нас тут нету. Так вот, у нас с тобой задание, смотри. Поймай 30 палов, чтобы повысить уровень игрока. Также приготовить оборудование и палов, чтобы принять вызов босса с башни охотников за Рейном. И вот это вот интересно. Вот серьезно, что такое за охотник за Рейном? И что мы вообще будем с ним делать? И как мы должны против него вообще сражаться? Что они щемят? Что эти куры щемят? Я что-то не понимаю. Ладно, хорошо. Давай посмотрим. Также, я хотел тебе сказать то, что у меня тут очень много чего еще не изучено. Смотри, мы с тобой, значит, заходим не в инвентарь. Нам нужно посмотреть, можем ли мы с тобой что-то улучшить. Нет, по характеристикам мы пока с тобой ничего не можем улучшить, но можем с тобой открывать разные вот эти приколюшки. Давай с тобой откроем все, что только сможем, потому что нам в любом случае это все пригодится. Поэтому мы с тобой это все будем открывать. Постройки, все мы это с тобой откроем. Я не знаю, сколько у меня очков, честно. А, 20, хорошо, давай с тобой стрелы обязательно тоже это все изучим. Нам это все 100% нужно. Также, сейчас я тебе покажу, у меня есть кабан, на котором можно кататься. И это, мне кажется, самое лучшее мое приобретение. Так, давай с тобой бахнем все, что только возможно. Что это? Разблокирует технологию Сид... Напала Малпака? Серьезно, седло? Прикольненько, прикольненько. Также можем с тобой поставить дробилку. Но дробилка вроде как у меня есть. Поставил не я, а поставил мой друг. И поэтому мне пока что ее изучать не нужно. Также ядовитые стрелы. Слушай, ну пока прям очень интересная серия идет. Но давай будем с тобой двигаться дальше. Особенно меня радует просто с тобой проводить офигительное время. Так вот, как я уже сказал, сегодня неизвестно, что нас будет ждать. Нам нужно с тобой скрафтить палм-сферы. Кстати, да, прикольная тема. Все сундуки объединяются в один верстаке. И это тоже очень... Крутая тема, ладно, я выпустил своего пала. Так, выбрать рецепт и давай максимальное количество, что мы сможем сделать, то и будем делать. Кстати, да, тут наши палы, по идее, должны нам помогать в разных крафтах. Это тоже очень круто. Так, стрелы. Стрелы вроде как у меня есть. Все у меня вроде как есть. Можем попробовать, конечно же, сходить куда-то посражаться. Да, у меня есть скрафченный... это щит, есть скрафченная одежда. И мне кажется, очень будет интересно, если мы с тобой сходим, вообще посмотрим, что такой, кто такой вообще охотник за Рейнов. Так, давай нажимаем. Да не, блин, меня заколебал. Я иногда путаю кнопки, и происходит вот такая действительно неприятная вещь. Так, вопрос. Я в тот раз стоял, наверное, минут 40-50, чтобы скрафтить стрелы. И вопрос, где они могут быть? Потому что я точно помню, что было поставлено довольно-таки много разных стрел. О, 500, офигеть. 500 стрел, ладно, хорошо. Берем с тобой стрелы. Также выбираем с тобой... Ну да, конечно. Так, где? Где? Где мой кабанчик? Подожди, где мой кабанчик? Где мой кабанчик? Я тебе хотел показать то, что можно кабанчики кататься. Так, вот он кабанчик. Берем с тобой кабанчика. И давайте покажу, как на нем можно кататься. Вот, садимся. Давай, садись. Садись на него и погнали. Та же кабанчик умеет делать не грязевой выстрел. Кстати, да, грязевой выстрел у него появился. О, у него появилась какая-то способность. У него есть бешеный таран, благодаря которому можно ломать камни и, в общем, нападать на всех этих палов. Ну, по крайней мере, на агрессивных. Так просто мы не нападаем. Смотри,
У нас уже, кстати, 19 палов собрано. Но поехали тогда, сгоняем с тобой. Приготовь оборудование и палов, чтобы принять... Кстати, как можем приготовить палов? Вопрос. Как можем приготовить палов, кроме как не пожарить? Не, жарить, конечно же, я их не хочу. Но... Ну-ка. Видал? Видал, камни собираются как? Очень даже офигительно камни собираются. Так, давай мы с тобой слазим. И погнали с тобой на телепорт. По идее, у меня туда была уже возможность туда добраться, где находится как раз этот босс. И босс находится где-то примерно вот здесь. Давай с тобой переместимся. И давай хотя бы посмотрим, что это за босс, можем ли мы вообще его победить. У нас по оружию, в принципе, есть лук, поэтому можно, в принципе, не бояться. Довольно-таки много сфер. И вот, башня отрядов браконьеров Рейн. Вот, как раз именно он. И вроде как в него нужно зайти. Так, ограничение по времени. Ну, давай. А, удерживать. И мы с тобой оказываемся, видимо, внутри башни. Очень интересно. Мне интересно самому посмотреть, что сейчас будет с нами происходить. И мы оказались... Вау. В каком-то... Я даже не знаю, где. Так, это... Это Рейн, это девушка? Подожди, мы будем с ней драться палами? Или с друг другом? Серьезно, я буду с ней драться именно на палах? Это как в этом... Как в покемоне, да? Как в покемоне мы будем драться палами? Не, ну все, беда. Ё-моё. Гипер-Пикачу. Слушай, ну это гипер-Пикачу вроде как с базукой, да? Зоя и Крис Болт. Вау. Это типа мы сейчас будем против них сражаться? А подожди, а чё? Подожди, а как? Подожди, нет, это так дела не делаются. Так дела не делаются. Офигеть, у нее там ХП. Подожди, ладно, хорошо. Хотя бы мой кабанчик уже тоже. А чё он не сражается? Подожди. Команда в бой. Вот, отлично. Так, команда в бой. Пускай он тоже нападает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это нет, это жесть. Это жесть. Да не... Офигеть, ну это жесть. Это жесть. Это полная жесть. Это полная жесть. У него сколько хп? У него 30 тысяч хп. Оу! Хорошо, хорошо идет. Слушай, ну хорошо идет бой. Но если честно, мы, я бы сказал, не настолько супер сильный, чтобы против него сражаться. Но будем спамить. Будем спамить стрелами. Опа. Ну слушай, но он не такой сильный. Так, отлично. Он не такой сильный, поэтому можно спокойно... с ним сражаться. Единственное, что очень много хп. И желательно иметь чуть лучше... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что хочет? Чуть лучше наших палов. Так, вызываем еще одного. Отлично, сразу же в бой. Сразу же в бой, в бой, в бой, в бой, в бой, в бой, в бой! В бой иди! Ты капец, что тут происходит? Так, у нас идет он в бой вообще или нет? В бой, давай. Так, отлично. Вроде как идет в бой, хорошо. Очень много хп у него что-то. Прямо очень много хп. Так, интересно, смогу ли я его победить? Ой-о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 й. Да, неизвестно, смогу ли я его победить или нет, потому что очень сильный. Очень сильный. Ой-ой-ой, очень сильный враг. Очень сильный враг. И проблема небольшая в том, что у нас хп улетело. У нас улетело хп, и я не знаю, как его восполнить. А, на самом восполнить. Да я куда я стреляю? Куда я стреляю вообще? Спасибо! Да, это было очень сложно. Это было очень сложно. Это было очень сложно. Так, ну что, давай нажимаем с тобой возродиться. Не будем с тобой отчаиваться. Так, мы с тобой возродимся, наверное, скорее всего, вот здесь, если это возможно. И вопрос. Да. Где нам взять наши вещи? Так, золотая монета мы с тобой нашли. И теперь вопрос, как мне забрать теперь свои вещи? Они должны будут где-то там лежать или где? Потому что мне желательно забрать своих вещи. Так, давай быстренько сюда, смотри. Мы с тобой зайдем в меню управления. Поставим с тобой восстанавливаться нашего Аршоу. И мы с тобою переместимся быстренько вот сюда, для того, чтобы забрать наши вещи. Я надеюсь, что они будут где-то вот здесь валяться. Потому что там очень много ценных вещей, особенно то, что нам желательно, конечно, не терять. Не терять нам желательно. Да, все, прекрасно, потому что мы стрелы, все, нам это нужно. Так, быстренько с тобой забираем. Перетаскиваем. Прекрасно, все, замечательно, прекрасно. Так, давай с тобой возьмем. Кого мы с тобой возьмем? Вот, давай возьмем с тобой тут оленя. Так, и будем выполнять задание. Кстати, да, вот если я нажимаю кнопку в бой, он сразу же будет атаковать всех подряд или нет? Так. Но он его сразу, да, будет атаковать? О, нет. Нет. Так дела не делаются. Так дела не делаются. Нам нужно взять с тобой в руки лук. Так, лук.
Пожалуйста, отлично. И мы этим луком будем пытаться ловить палов. Отлично. О-хо-хо-хо-хо. Нет, нет, ну что? Почему ты так? Ё-моё, как тебя, как тебя отозвать, как тебя отозвать? Нет, 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 команда, оставь атаку. Отставить атаку, серьезно? Это очень... Ладно, давай его уберем. В принципе, пока что без него справляемся. Так, мы с тобой набрали кожу. Ой, там пал видел. Там пал сферу видел. Так, и давай, в принципе, пытаться хотя бы хоть кого-то поймать. Так, отлично. Так, сразу же на Q. И кидаем. Дай. Кидай, кидай, кидай. Вот. Красота. Так, надеюсь, поймаем. Да, в принципе, хотя бы я научился с прошлой серии хотя бы ловить пал. Так, кота. Нам, в принципе, не важно, кого. У нас, в принципе, сейчас задача именно 30 штук наловить. Поэтому, в принципе, не столь важно, кого ловить. Так. Красота. Не на того, видимо, кинул. Не на того, видимо, кинул. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Хорошо идет. Оп. Отлично. 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 Нет, 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 не убивай, не убивай, не убивай. Кто убивает? Я не пойму. Это пингвин, что ли, этот? Пингвин, почему ты убиваешь людей? Точнее, не людей, а своих же. Так, нифига он сильный, нифига он сильный. Так, а у него довольно-таки нифига себе, он сильный. Так, ловим. Надеюсь, то, что мы его поймаем. Так, 54% шанса. 78, 90, 99, отлично. Все, поймали еще. И, кстати, не так много нам палов осталось поймать. И это действительно хорошее задание. О, 9 уровень. Слушай, ну интересно, конечно. Ух ты, ждем. Мне в одиночку я, наверное, не справлюсь. Давай запустим. Так, и давай атакую мою цель. Вот, вот так мы сделаем. Все, ой-ой-ой-ой. Так, и желательно... Ай-яй-яй-яй, нет, все-все-все-все-все-все. Не того, не того. Не того, забирай. Забирай, 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 забирай. Не убивай его. Ты серьезно убил. Петух. Блин, петух убил его. Петух его убил, серьезно. А там, там такой шанс был. Просто с ума сойти. Так, там какая-то торпеда. Вижу то, что там идет бой. Так, нужно нам туда. Нам нужно срочно туда. Нам нужно срочно туда, потому что там идет какой-то лютый бой. Так, нам нужно быстро взять вот этого. Сделать атаку мою цель. Так, подожди, атаку мою цель. Вот, и вот эту цель. Хорошо. Интересно, смогу поймать? Нулевой шанс. У вас нет полсфер. Печально. А слушай, а шанс был, да? А шанс был его поймать. Слушай, да, в момент битвы был шанс поймать его сейчас. А я могу его добить? Есть. Его грохнули. Его грохнули. Так, мясо мамонтреста, качественное масло. Я не знаю, возможно, это что-то нам пригодится. Так, мы можем, интересно, как-то быстро вернуться на нашу базу. Нам желательно, конечно, накопить, по-моему, сфер. И да, это, блин, у нас были определенные шансы поймать мамонта. Я не знаю, есть ли шанс того, то, что если мы его не били, то можем ли мы его собрать или нет. Вот это действительно интересно. Так, у нас что-то он как-то очень медленно бегает. А, у нас снаряжение повреждено. Это, конечно, печально, то, что снаряжение повреждено, но очень даже хорошо идет сегодняшняя серия. Вообще, очень даже неплохо. Так, мы, кстати, поймали довольно-таки много сегодня палов. Попытались посражаться с боссом. Нет, это очень даже сложно оказалось. Я даже не ожидал, что настолько будет сложно сражение с боссом. Я думаю, ну ладно, там 10 тысяч хп сделать. Ну 30 тысяч хп, это очень много. Мне кажется, это даже вполне неадекватно 30 тысяч хп. Ну, по крайней мере, для меня, мне кажется, что 30 тысяч хп, это вообще нереально. Ладно, давай посмотрим, что у нас там дома. Так, быстренькое перемещение. Сюда, на базу. Уху. Просто кайф. Так, быстренько сюда. Здесь наше уже сложено, все хорошо, все замечательно. Нам желательно, конечно, скрафтить еще сундук, потому что у нас места, я так понял, вообще нету. Так, и мясо мамонта мы выложим. Кости. Да и вообще, в принципе, все, что не нужно, желательно нам отсюда как-то выложить. Особенно масло. Что такое масло? Что это за масло? Нам тоже оно наверняка пригодится, но, видимо, чуть позже. Так, давай посмотрим, что у нас тут еще. У нас, по идее, по ремонту. У нас вообще все, что только возможно, сломано. Все, что только возможно. Кстати, броня вроде как не сломана. Щит вроде как не сломан. А вот это, да, требуется ремонт. Так, и
Надеюсь, то, что у нас здесь можно, да, починить? А, все, да, все, починилось. Я не знаю, ребята, как вам сегодняшняя серия. Если вам серия понравилась, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что всех люблю. С вами Шкасавец, буду поскучать. И до следующего видео. Все, в следующем видео продолжим. Если вам понравилось. Пока.